В стране продолжается акция «Актуальные 30 дней» по обеспечению пожарной безопасности. Очередные профилактические учения сотрудников МЧС прошли на территории стройплощадки в Самарканде, где возводится логистический центр. Среди работников был проведен противопожарный инструктаж, а также показаны примеры действий в случае возгорания, работа с огнетушителем. Спасатели рассказали о соблюдении правил безопасности на строительной площадке во избежание непредвиденных обстоятельств. Также наглядно продемонстрировали тушение вспыхнувшего условного пожара. В рамках проведения мероприятия актуальных 30 дней обеспечения пожарной безопасности в нашей компании разработан план мероприятий, а также нормативные документы по предупреждению возникновения пожаров, а также обеспечению пожарной безопасности. Акция продолжилась для работников, занятых на строительстве предприятия «Самарканд Кимьё», которое занимается производством минеральных удобрений. Сотрудники МЧС провели профилактические осмотры на предмет выявления опасных факторов, которые могут привести к ЧП, а также инструктажи с персоналом и ответственными за пожарную безопасность лицами. Подобные мероприятия направлены на повышение готовности сотрудников к возможным чрезвычайным ситуациям и обеспечение безопасности на рабочих местах.